вас мало сегодня так. Агаева есть? Нет ее. Гарая? Спит еще. И он вчера приходил. Отлично. Шамовский? Шамовский приходил еще второй урок на третьем. Да. Качанов? Он всегда в институте учится, в коммерческом, на третьем курсе. Поехали, Наташа? А я после этого урока ухожу, мы на Кипр улетаем. Хорошо. Соловьев? Я на машину снималась. Он же в соседнем доме живет, почему не можешь? Я сучу. Луганский? Луганского нога заболела, а Туманова Иванова и Софьянова его к врачу проводила. Ну, оказывается, у всех уважительные причины, да? Давайте запишем тему урока. Здравствуйте, можно сесть? Здравствуйте. Ты где был? Второй. Подружки мои, меня послушаем. Как обычно, жевательную резинку сдаем на базу. Что жевательная резинка – это яд. Поздавши. Я не понимаю. Одно и то же из года в год. Опоздавший на урок химии сдает нормы ГТО. Так, портфель впереди. Сколько раз? 10. Так, 10, как спортсмен, как прогульщик 15, как курильщик 20. Тихо, на свое место. Интенсивнее. Запах никотина. Не то, что капля убивает лошадь. Я вам покажу эксперимент. Мы с вами заканчиваем обучение, поэтому еще раз напоминаю, что самое ценное, что человек имеет, это здоровье. Обратите внимание, у меня в руках куриное яйцо. Почему я взяла именно куриное яйцо? Оно курит. Нет, оно не курит. Почему я взяла куриное яйцо? На что оно похоже? На яйцо. На белок? Кому? Человека. Человека, умнички. Значит, раз кощунственно делать опыты на человеке, хотя вы делаете это каждый день, вы курите, вы жуете жвачку, некоторые позволяют себе понюхать запах пива. Я вам покажу эксперимент. Смотрите, насколько мы выросли в своем развитии или наоборот упали. Никотина капля убивает лошадь. У нас Леша курит систематически. Обратите внимание, что в организме происходит. Берем небольшое количество белка. Леша курит. При этом в гортани создается повышенная температура. Что происходит с гортанью у Леши? Подобные опыты мы делали с алкоголем. После этого никто не употребляет алкоголь. Даже на празднике. Будем надеяться. Итак, происходит нагревание. В гортани у Лёши и у всех курильщиков происходит процесс свертывания белка. Белок отмирает, в результате чего нарушаются голосовые связки, нарушается пищеварение. Лёша начал худеть. Посмотрите, неприятный запах изо рта. Все это связано с денатурацией белка. Скажите, пожалуйста, где точно такой же опыт мы с вами наблюдали? В связи с чем? С алкоголем. Леша, как так бывает, если ты все помнишь и ничего не выполняешь? 5-10 лет жизни. Так, самому заядлому курильщику даем понюхать правильное курение. Да, или неправильное? Как тебе, нравится запах? Да. Так. Еще один.
Всю ночь шпаргалки я писал, не спал, измучился, устал. Теперь сижу, читаю тест. Нет в этом мире счастья. Или есть, и в тест дрожит в моих руках, в глазах бело, как в облаках. Ура! Писал всю ночь не зря. Наполеон, читаю я. В моей шпаргалке это есть. Ее бы мне теперь прочесть. Я прячусь, словно таракан, и лезу в правый свой карман. Читаю «Крымская война». Мне эта тема не нужна. И тихо, словно таракан, я лезу в левый свой карман. Гляжу. Крещение Руси. Помилуй, Господи, спаси. Ну как же мне задачи сдать? И стал шпаргалку я искать. Искал в ботинках и в носке, в рубашке, в брюках, в пиджаке. И был ужасно удивлен. Куда пропал Наполеон? Но мысль моя проснулась вдруг. И я, преодолев испуг, припомнил все, о чем писал. И разразился знаний шквал. Аустерлиц, Наполеон, Кутузов и Багратион, совет в Филях, пожар в Москве, все разыскалось в голове. Так получил пятерку я. Но, откровенно говоря, обидно мне теперь до слез. Зачем шпаргалку в школу нес? Помоги мне! Помоги мне! Ушел до дна, темно. Видишь, и мне сердце.